Глава Златоуста Максим Пекарский официально ушел в отставку. Местные депутаты единогласно приняли его увольнение. Уважаемые земляки, сегодня я принял важное и непростое решение о сложении полномочий главы Златоустовского городского округа. Хочу сказать большое спасибо всем, кто на протяжении 5 последних лет был рядом со мной. Отмечается, что это было собственное желание Пекарского. Он сложил полномочия досрочно. Об отставке стало известно вечером в понедельник. Мэр записал видеообращение к жителям Златоуста и опубликовал запись в своих социальных сетях. Глава поблагодарил людей за доверие. Максим Пекарский стал мэром в 2019 году. До завершения своих полномочий он недоработал 5 месяцев. Сегодня депутаты назначили временно исполняющего обязанности мэра. Им стал Олег Сабанов. Отмечается, что он занимался строительством. В 2020 году стал руководителем МУПа «Капстроительство».